Приветствую вас, творцы во плоти, мир пол на экране. Вот и ролик больше для женского населения, для нашей половинки общества, про волосы. Просто у меня, ну вот, шикарные волосы. И вот, ну, многие спрашивают, как ты так? Да вообще вот легко на самом деле. То есть, ну, вот они. Ну, они у меня густые, да, конечно, это, наверное, мать природа. Ну а как вообще за ними ухаживать, то есть, ну, это легко на самом деле. То есть, понимаешь, в чем дело? Все начинается с мысли. То есть, все начинается с того, что внутри головы, а волосы-то это так чисто отражение. Вот, и то есть, ну, когда я без заморочек к ним отношусь, которые обычно бывают у девушек там, а, я плохо выгляжу, а, коряво накрасилась, а, коряво еще что-то. Я всегда отлично выгляжу. То есть у меня вообще сомнения отсутствуют в том, что я могу как-то коряво выглядеть. Вот и все. Вот и весь секрет. То есть, ну да, могут там какие-то там, ну, там, ну, в бороде капуста там или газета застрять. Ну, такое может быть. Вот. А чтобы волосы были какие-то без красоты. Как они могут быть без красоты? Это волосы. Они всегда красивые, понимаешь? Вот, то есть ваши мысли, ваши переживания, вот эти вот с чувствами, мысли с чувствами дают вам, ну, реальность, которую вы, типа, якобы, ну, отсутствует у вас желание хотеть. Ну, извините, получаете то, как записана матрица, по коду матрицы. Вы думаете, что я случайно так корявые слова говорю, там, отсутствует, без волос, там, пропускаю отрицательные частицы, заменяя их синонимы. Потому что лучшее, конечно, впереди, друзья. Просто важно это, ну, понимать и использовать. И сначала, ну, общество будет спрашивать, а зачем ты это делаешь? А потом, а как ты это сделал? Понимаешь? Вот, и с волосами, ну, говорю же, я просто без запарки. Я вот, когда распушусь, я, если честно, сам себя боюсь. Я вот сейчас распущу, чтобы посмотреть на них. Знаешь почему? Потому что если захочу, то подстригусь. Как ты думаешь, я могу захотеть подстричься? Я просто сейчас сижу и думаю об этом. На самом деле у меня уже принято решение есть. Вот как ты считаешь, ты бы смогла подстричься на лысо и тату на голове забабахать? Просто во весь вот так вот, пух вот так, во всю голову так. Знаешь, как больно это? Била тату хоть раз. Я вот недавно с салона вернулся. Вот такая есть еще, и такое место есть. Самые интимные места, короче. Мазохизм, думаешь? Я сниму другое видео про тату. Тоже здесь будет на канале. О том, как важно его бить. Вот если за волосами важно, как ухаживать. Да как? Просто любоваться ими. Вот и все, ухаживать. То есть, про шампунь тоже скажу. Что скажу? Что ты вот, ну, пользуешься там, если Пантином, там еще чем-нибудь. Да ты в себя приди. Природа, мать тебя создала, ты по природе, ну, в природе есть все, что важно для твоей головы. А ты ее химией напихиваешь всякой. Она корочку-то покрывает, потом постоянно зудится. Поэтому ты, ну, используй, ну, на шампуне без экономии. Используй нормальный, качественный шампунь, который ближе к природному. Тогда у тебя все будет хорошо. Начни уважать себя. Ты экономишь. Там на айфонах фан-фау. Да, стильно выглядеть, а на шампуне экономишь, ешь доширак. Перестань есть даже, продай iPhone, перестань есть доширак, нормальной едой питайся за эти деньги. Просто научись их, ну, распоряжать и все. И шампунь купи нормальный, вместо айфона своего. Вот и весь секрет красоты, будут волосы, как у меня, понял. Помни, ведь ты свет воплоти, ты пришла сюда познавать жизнь. А ты что познаешь? Марки брендов и как волосы носить.
Ну ты даешь. Да подстригись на лысо, иди вон, познавай мир глазами своими, радуйся тому, что видишь. Ладно, с вами был Меркул, особо без советов, сами все решайте, у вас все получится, я верю в вас.